Все внимание детям, а не бумажной волоките. В регионе продолжается проект «Самый первый документ». В стенах родильных домов свидетельства о рождении ежемесячно получают более сотни молодых мам. Репортаж Анны Рязанова из перинатального центра. Вместе с весенними тюльпанами Анна Гоголевская получает самый первый документ – свидетельство о рождении дочери Василисы. Причем прямо в перинатальном центре. Молодая мама признается, проект, который действует в регионе с октября прошлого года, не просто удобен, а необходим. Ходить никуда не надо, документ получаешь сразу, соответственно, экономия времени матери и ребенка. С открытия перинатального центра, а это июнь 2018 года, на свет здесь появилось более 2500 малышей. Сейчас это единственное в регионе учреждение родовспоможения третьего уровня. Это учреждение оснащено самым современным оборудованием. Здесь работают высококлассные специалисты. То есть женщины получают очень квалифицированную помощь. В стенах региональных родильных домов свидетельства о рождении ежемесячно получают более сотни молодых мам. В 2017 году по городу Архангельску было зарегистрировано более 4000 записей актов о рождении. В 2018 году цифра осталась стабильной, но и будем надеяться, что в 2019 году цифра не только не изменится, но и увеличится. Сегодня семьям с детьми, где доход на каждого человека не превышает 1,5 прожиточных минимума, выплачивают пособия на первых и вторых детей в возрасте до 1,5 лет. А с 2020-го меры поддержки планируют усилить. Решение на президентском уровне. Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до 2 прожиточных минимумов на членов семьи. Это позволит практически в 1,5 раза увеличить число семей, которые получают право на дополнительные выплаты. Помощи государства смогут воспользоваться порядка 70% семей, где рождаются первые и вторые дети. Сегодня, к примеру, в нашем регионе ежемесячная выплата на первого ребенка из федерального бюджета составляет 11 866 рублей. В области такую поддержку получает более 1500 мам. Юлия Митина, Анна Рязанова, Александр Кузнецов, Регион 29.